Привет, друзья, подписчики и зрители канала. Мы продолжаем Fallout 4, не торопясь. Конечно, нам не угнаться за такими гигантами, как Олег Брейн или Артур Блэк Уифа. Но все же мы будем проходить Fallout. Я думаю, что в любом случае... Так, это, по-моему, наш дом. А куда ушел наш этот дружок? Так. Что ты тут делаешь? Следуйте за мной, говорит он мне. Так, он, похоже, тут уже угандошил пчел-убийц. Вижу, вижу. Разберись с ними. Слушайте, молодец. По-моему, они ему ничего не сделают. Поможем немножко. Так, хорошо. Убить насекомых выполнено. Что, мой друг, ты мне скажешь? Здесь наших родных тоже нет. Они в самом... Так, подождите, я не успел. И что теперь? Тревога времени. А, трата времени. Надо найти Шона. А Шон — это наш сын. Sean's out there, Codsworth. Шон жив. Нужно его найти. Так, от тебя никакого толку, спасибо, Codsworth. Thanks for your help, Codsworth. Good luck, sir. You'll find young Sean. I know you will. I shall remain here to secure the home. Окей, ребята, нам нужно осмотреться в этом городке в нашем. Потому что здесь могут быть нужные нам вещи. Так. Давайте посмотрим. Так, что-то взяли. Что взяли, не знаю. Так, старое радио. Активировать нам не надо. Здесь мы были. Тыква пластиковая, она нам нужна вообще? Ну, ладно, на всякий случай будем брать все подряд. Пока что у нас инвентарь позволяет это делать. Так-с. По-моему, не наш дом. Но давайте посмотрим. Огнетушитель. Не знаю, нужен он нам, не нужен. Слишком, по-моему, тяжелый. Коробка сигар. Скорее всего, их можно будет хорошо продать. Давайте возьмем. Что здесь? Зажигалка. То же самое. Ножницы. Это что у нас? Тайник с крышками. Крышки, я думаю, они... что-то дают. Так. Здесь что? Лампа нам не нужна. Радио. Город вообще вымерший стал. Ему не узнать. После 200 лет отсутствия в нем людей. Так. Тут мы тоже не... А, не, мы тут заходили. Ядеркола взять. Давай бери. Так. Предметы. Одежда, помощь. Адреналин. Подождите. Время на исходе. Мне как бы карта-то не нужна. Предметы. Разная. Я понял. Папка, привет, зайка. Хахал. При чем здесь? Стимулятор ядер кола. Так, выпили я немножко ядер колы. Она нам немножко поправит здоровье. То есть нас
Кушал тараканы мы. Это что такое жевательная резинка? Не знаю, не знаю. Для чего она нам нужна? Стимуляторы. Так. Сейф. Сейф. Нет шпилек. Нам нужны шпильки, чтобы открыть сейф. А отвертка у нас, по-моему, есть. Тут жила веселая семья. Тут, смотрите, у них цветочки всякие. Рисунки. Возможно, дети были. Так, окей. Тут дом разрушенный. В него вряд ли можно зайти. А вот это, по-моему, наш дом. Я узнаю ее по двери. Так. Окей, давайте еще тоже осмотримся. Бутылка из-под молока нам не надо. 200 лет все-таки молоко прокисло. Так. А вот топливо для мистера помощника я возьму на всякий случай. Зеркало, которое ничего не видно. Его, по-моему, и при жизни ничего не было. Игрушечная машинка. Погремушка. Я возьму. Это все-таки память о сыне. Так, окей. Спальня. Комод. Ну и все, в нашем доме тоже ничего нету. Идем вот в этот дом. Тут какой-то, видать, жил механик, что ли. Так, мастерская. И оружейный верстак. Давайте посмотрим, что мы можем сделать. Стандартный ресивер, короткий ствол. Удобная рукоятка, штатный прицел. Легкий ресивер, так. А, уменьшает урон. Нам уменьшать не надо урон. Штатный, это нам тоже не надо. Короткий ствол. Короткий ствол. Так, повышение точности при стрельбе от бедра. Низкая дальность и точность прицеливания стрельбы. Прицельной стрельбы. Окей. У нас мало пока материалов для изготовления чего-то стоящего. Для этого нам нужно осмотреться в доме. Так, это что у нас? Пустая масленка, пустая, нам не надо. Тут горят свечи. А чё они горят-то? Так, окей. Шпилька. Солнечные очки. Комод закрыто. Так, у нас есть шпилька, ребята. И я помню, что в том доме есть сейф. Сейчас попробуем открыть его. Так, давай. Шпилька. Окей. Шпильку мы сломали. Не удалось. Ну, окей. Такс. Значит, мы были вот в этом доме. Это наш дом, мы тоже были. Давайте посмотрим, что здесь есть. Так, настольный вентилятор. Гаечный ключ. Это мы все берем. Зеркала нету. Так, чайник. Тайник с крышками. Крышки нам, возможно, пригодятся. Бутылка нам вряд ли. Окей, так, что дальше пойдем искать?
Время. А где-то должно показывать время. Так, время час дня. До вечера еще долго. Так, что это у нас такое? Фаршированные яйца, ням-ням. И вишневый ядер кола. Пригодится. Пустая масленка. Нам она не нужна. Так, стимулятор и очищенная вода. Скорее всего, тоже помогает поправить здоровье. Чемодан легкий, нет, шпилек. Так, ну все в этом доме. Все. Окей, последние дома идут. Так, что здесь у нас? Ничего, ничего. Лисы какие-то. Пистолет. Пистолет берем. Компьютер рабочий. Как мне сегодня написали в комментариях, почему ты не читаешь то, что пишут в терминалах. Ну давайте. Так, тут у нас что? Самодельная бомба берем. Триггер напряжения берем. Сейф. У нас нет шпилек. Заходим в терминал, давайте посмотрим. А здесь нам нужен код ввести. Требуется пароль. Так, взлом терминалов. Возможность пароль с помощью Маус 1. Если вы выбрали неверный пароль, на экране отображается количество букв, совпадающих с правильным паролем терминала. Так, Мэтт, Кольт. Кольт, сходство одно. Одна буква. Сходство 0. Но остается деп. Сходство 2. Возможно, Е. Возможно, Е. Такс. Фури не подходит. Nice. Открыли. Так, хорошо. Добро пожаловать в сеть. Мы работаем в сфере счастья. Микер Роза. Ну, я не знаю, чем это мне может помочь. Если честно. Сейчас меня опять, наверное, скажут: чё ты не прочитал все, что там написано? У нас последний дом. Так, таракашка. Я чувствую, что там еще будет. Изолента, предохранитель пригодятся нам. Так, что здесь есть? Тараканов не слышно. Здесь горит лампа, горит кастрюля с супом или с чем. Значит, кто-то здесь. Ребята есть. Так, зеркало, шпилька. Мы нашли шпильку. То есть мы можем открыть сейф, попробовать. Удочка. Давайте возьмем. Деньги. Довоенные деньги. Они нам не нужны. Так, окей. Сейф, по-моему, вот там. Давайте попробуем еще раз взломать сейф. Так, открываем.
Открыли сейф. Yes. Так. Взять все. Взяли все, окей. Сейчас пойдем к верстаку и попробуем, возможно, сможем что-нибудь смастерить из нашего пистолета. Рейдеров я пока не видел. Так, пистолет. Короткий ствол, штатная рукоятка, штатный магазин. Короткий ствол. Штатный магазин, штатная удобная рукоятка. Так, давайте сделаем. Так, штатный прицел. Нет, на... Гладкий. Это нам вообще, я не знаю, нужно ли. Ну, я не вижу какие-то еще улучшения. Штатный прицел. Это, по-моему, у нас же все должно быть. Глушитель мы не можем. Окей, окей, пойдем дальше. В принципе, мы здесь все обшарили. Разводной ключ. Давайте посмотрим. Так. Предметы модификации. Состояние. Информация. Такс. Радиоклассика. Нам вообще радио вообще нужно? Нет. И я вообще не вижу. А что нам нужно делать? Локальная карта, таблица с... Какие задания нам нужны? Так, и где наш робот? Вон он. Так, наверняка Конкордия. Эй, Codsworth. Take a walk, sir. Get some fresh air. Так, какой-то Конкорд. Давайте еще раз взглянем. Да, у нас вот появилась метка. А, это где мы находимся? Какой-то член на карте есть. Окей, пойдем к этой ракете. Вон она. У нас 81 патрон. Так. Тут есть мост. Многие из вас играют уже в эту игру. Напишите в комментариях, как ваше мнение относительно игры. Стоила ли она ожиданий? Что там такое? Какой-то движок, но я думаю, что... Так, патроны калибра, стимулятор, гладкоствольный пистолет, костюм бродяги. А вот костюм бродяги-то я не знаю, нужно ли его нам. Мы, конечно, можем переодеться. Так, давайте. А то меня синий костюм достает. Так. Предметы. Боеприпасы, модификация, хлам, разная помощь, одежда, костюм, бродяги, одели, очки. Ну, так уже более-менее как-то выглядим, да? Уже как-то необычно.
Так. Все-таки от первого лица. О, собака. Собака лает. Говорить, давайте. Привет, дружок. Что ты тут делаешь? Давайте поговорим. Значит, будем держаться вместе. Ну вот, мы нашли нашего друга, который нам будет помогать. Так, а что у нас здесь? Готовый завтрак. Давайте осмотримся. Такс, короткий ствол, штатная рукоятка, штатный магазин, еще. По-моему, мы ничего не можем с пистолетом сделать. Так, что это у нас такое? Давайте возьмем... Там вот что есть, пачка сигарет. Сигареты, я думаю, дорого стоят. Опа! Что происходит? Нифига! Что за крысы такие? Надеюсь, собака наша не ранена. Это, знаете, они похожи на новорожденных кротов каких-то. Знаете, они еще лысые. Так, окей. Мы можем управлять собакой. Такс. Швейная машина. А верстак для создания брони использовать. По-моему, пока у нас ничего нету. Так, это что у нас такое? Химлаборатория. Автомат ядер колы. Есть одна бутылочка. Так, что это у нас? Пачка сигарет. Берем. Окей, что здесь? Кофейник. Да нафиг он нам нужен? Я думал, вода. Такс. Комод. Любительская рация. Жестяная банка. Ну, возможно, пригодится. Телефон. Окей. Что нам дальше надо делать? Нам сказали Конкорд. Такс. Карта. Красная ракета. На карте больше ничего нету. Ну, пойдем в город, что ли. Это что, комары, что ли? Какого хера? Так, радиация. Мясо... Брамина, что за корова какая-то? Свина, так, свинина с бобами. Квантовая ядер-кола. Сахарные бобы или что это такое было? Окей, это что? Пепельница, я думаю, что не нужна.
Так, это все берем. Одна бутылочка. Тайник с крышечками. Ну, крышечки — это самое главное в этой игре. Бейсбольная бита. Окей. Конкорд обнаружена. То есть мы нашли Конкорд, хотя его на карте не было. И пистолет я не модифицировал. Слышу стрельбу. Хрен тебе. Так, что здесь? Тут не в каждый дом можно зайти, как говорят, что можно в каждый дом зайти. Тут выбрано. Так, выборочно. Очищенная вода. Берем, конечно. Так, это, скорее всего, патроны калибра 38. Это что у нас? То же самое. Сейф. No way I could pick this. А, замок слишком сложный. Но там вообще война идет. Я вижу. Три человека. Так, убили. Раздели. Так, двоих убили. Троих убили. И, короче, он там тоже завалил. Рейдеров убили. Что тут у нас? У них у всех дрянные пушки. Так, пустая банка. Изолента пригодится. Насчет вантуса не знаю. Так, зов свободы. Скорее всего, этого чувака надо спасти. Так, это что такое? Оружие. У нас новое оружие. Где его искать? Предметы, одежда. Модификации. Боеприпасы. Так. Оружие. Бейсбольная бита. Выдвижной нож. Так, гладкоствольный, это нам не надо. Давайте попробуем карабин. Лазерный мушкет. Лазерный мушкет. Заходим в дом. Опять же, говорили, что без всякой прогрузки будет, но тем не менее, вот мы заходим в здание, у нас прогружается. Чё? Так, короче говоря, лазерный мушкет у нас не работает. Так, одного убили. Второго убили. Пойдемте. Закрыто. Так, убили. Патронов у нас мало. Так, давайте осторожненько.
Это какой-то музей был. Так, вот мы обошли. Вот там лежат трупики. Так, гладкоствольный пистолет берем. Трупа нету. Что это у нас такое? Винт берем. Нож. Череп. Вот нафига я череп взял? И мне не нравится, что у нас мало патронов на этот пистолет. Все равно мало патронов. Хрен тебе, бля. Так, что у него есть? Ломик. Рейдерская броня. Берем все. Так, одежду. Давайте сменим, наверное, одежду. Хотя, знаете, мне как бы нравится и моя одежда. Пока что. Конечно, потом у нас будет костюм от Армани, но... Так. Кто? Так, что здесь у нас? Ох ты, меня ранили, что ли? Семь патронов осталось, ребята. А мне это не нравится. Так. Дальность, меткость, вес, цена, броня, скорострельность, урон. Он все-таки как-то стреляет. Так, ну здесь есть патроны. Так, ладно, сюда мы пока не пойдем. Давайте тут все обшерстим. Так, окей, тут тоже все взяли. Ну, сейчас пойдем кверху. Так, еще бы найти вход. Окей, тут все взяли. Все-таки как? Я уже забыл, блин, как туда идти. А, точно не здесь. Так, сюда. И выше, да, все. Все, 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 нашел. Здорово! Я не знаю, кто ты. Так. Ты у меня в долгу, приятно помочь. Я тут мимоходом, давайте вот так. О, нифига я крутой. Ладно, враг моего друга, мой друг, так ведь? Эти рекурты хотят нас убить. Кто эти люди? О, блин. Простые поселенцы, так. Просто хотят найти новый дом. Начать все сначала, я им с ними от Квинс. Так, это, по-моему, говорит про своих вот этих вот людей.
Вот это на диване матушка Мерфи и ее Стурджес. Пипец, когда переведут игру, а? Какой ужас, Гули. Просто это жестокий мир. The things I've seen. Nope. The things I've done. Anyway, we figured Concord would be a safe place to settle. Those raiders proved us wrong. Вообще мы решили, что в Конкорде будет безопасно, а оказалось тут рейдеры. Но у нас есть еще одна идея. Надеюсь, хорошая. Better be a good one. Sturgis. Расскажи ему так. Here's a crash vertebrate up on the roof. Old school, pre-war. You might have seen it. Well, looks like one of its passengers left behind a serious. Он говорит до хрена, но ничего не пишется. A full suit of Cherry T-45 power armor. Military issue. Что сказал? Я не понял. Мне нравится. Давайте попробуем так. Yeah, I thought you might. Смотрите, даже не переводится, что он говорит. Get the suit. You can rip the minigun right off the vertibird. Do that, and those raiders get an express ticket to hell. You dig? Может и сработает. Я не знаю, что он сказал, но. Could work. It'll work, provided we can reactivate the suit. Стружес, расскажи ему. Все. Больше диалогов нет. It can be powered up again, but we're a bit stuck. Так, я помогу, я сваливаю. Давайте поможем. I'll help if I can. What you'll need is an old. Стружес, расскажи ему. Потом не говорите, что я не почитаю все вот что тут пишется. Я читаю. Эту фразу я уже, знаете, выучил. Locked behind a security gate. Look, I fix stuff. I tinker. Bypassing security ain't exactly my forte. You could give it a shot. Так. Может быть, еще раз давайте да скажем им. Тут то, что сложно. Так, о, наконец-таки. Что тебе нужно? Так, это универсальный ядерный блок. До военного производства. Аккумулятор, короче, ядерный. И не успел я открыть дверь. Какую дверь? 16 метров, 14, 13. Так. Какую дверь открыть нужно? Так. 6. Won't be able to pick this. Lock's really strong. Нам туда, что ли? 7 это метров. No more British occupation. Back to England with you. Кто-то опять ломает. Опять рейдеры. Так, открыть дверь. А у нас, слава богу, есть шпильки. Сломали шпильку. А вторую шпильку сломали. Открыли дверь. Так, окей. Раздобыть ядерный блок. Окей. Вставьте ядерный блок в силовую 12 8 7 6 8. Скорее, ДОС. Куда мне идти? А, наверх, наверх надо идти.
Пипец, тут запутаешься в этой... гостинице или что это такое? Я вообще в шоке. Музей. Так, 24-25. Они сами не могли туда сходить. Так. 14. Нам туда нужно. Окей, пошли. Это мы можем взять? Цена 300, вес 0. Возьмем. Так, тут ничего нету. Кто-то там голодный. Окей, о! Нифига себе. Чего? Нифига, мы уже можем. Бери, конечно, бери. Взять миниган. Только не говори, что я его не убил. Вау, трансформеры! Пиздец, разброс, я скажу вам, ребята. А куда они бегут вообще? Ох, нифига, монстр! Он меня порвет, ребят. О, меня порвет. Так, ваш запас здоровья на исходе. Примите стимулятор, съешьте что-нибудь или выпейте воды. Окей. У нас вообще даже, ребята, нету. Ау! Все. Короче, меня завалили. И на этом серию мы заканчиваем. Ребята, мы, конечно же, живем и... справимся с этим монстром, но в следующей серии ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!